Итак, здравствуйте, мои дорогие подписчики, зрители моего канала. Сегодня у нас выдался такой теплый солнечный день, а это значит, что самое время отправиться в одиночный поход пеший. Буду снимать все сам на камеру, без помощников. В общем, в планах у нас сегодня, у меня сегодня что? Планов приготовить жареные крылья с картошкой и со сметаной. Вот будем, друзья, сегодня готовить с вами. Путь маршрута будет на вот этой карте. Погодка удалась сегодня. Ну уже что, уже скоро весна. Снег помаленьку начинает чернеть. Так что ждем. Ждем весну, а весной там будут и сплавы, и длительные походы. А сегодня так, что, завтра мне на работу. Поход выходного дня. Поднимаюсь сейчас в подъем. Подъем прям такой затяжной. Крутой сильный. Яркое, прям палящее солнце. Рыбаки сидят. Сейчас подойдем, спросим. Клюет, что нет у них вот таких лунок. Ну и правильно, чтоб рыба кислород был. Рыбе. Сейчас подойдем. Спросим. Вон еще одна лунка. Тут еще одна. О, тут все озеро, правда, лунка. Мелкая, да? Ого. Большой нет, нету, да? Да, это штатив. Но снимаю на видеокамеру. Потом хоть будет что вспомнить. В общем, попрощался с рыбаком я. Ловится, блядь, ну мелко, вот такие окушки меленькие. Блин, солнце глаза вообще слепит. Снег белый. Можно, кстати, получить ожог яблочного глаза. Осторожно, надо было очки взять темные. Опасно это все-таки дело. Вот, сейчас там еще сидят. Человек 5. Подойдем, посмотрим. Вот такое большое водохранилище, откуда мы пьем, откуда весь поселок питается водой. И не только наш, еще и соседний, в Темиртау, поступает вода вот с этого водохранилища. Нет? Ну там вот внизу клюет у мужика. Подходил, спрашивал. Да, а вот, вот здесь вот, внизу, вон, вон там. Ага.
Она мелкая тут. Мелкая. Крупный не берет. Не берет, но умный он, наверное. Да, в этом году. Ходили, говорят. Ну да. Килограмма точно. Нету, да? Да. Ну ладно, удачи вам. Ага. Ну, в общем, ой, тип, ничего не клюет. Подошел, спросил. Говорят, ноль поклевки вообще нет. А если есть, то мелкая. А которая покрупнее рыбы, она и не берет. Ладно, сейчас уже подойду скоро к своему месту. Ну а там у дамбы клюет у мужика. Здесь, видать, нет, наверное. Не, мелкий окунь. Серьезно проваливаться. Пощипывать его. Сапоги тонут, не накатано здесь, снег рыхлый. Самое главное не провалиться в воду, остальное ерунда. В общем, зашел в лес, нашел вот такую кусочку. Думаю, она мне пригодится. Посидеть или что, где будет на чем. Что-то, наверное, оставил с лета еще. Тут можно было остановиться здесь. Снег притопчен вот так. Лопаты себе нет. Просто ногами работать, наверное. Поразминать ноги. Кстати, они у меня как раз колени болят. Вот так вот поразминаю. Более-менее можно было. Разжег костер с первого раза. Сейчас вот думаю, пихту не буду кидать. Вроде зашел в такой лес, где березы, осины. С осиной просапки. Сухая. И искр, кстати, нет. Не летят искры. Это что, маловероятно, что ты прожгешь одежду. Высохло полностью. Полностью сухая. Сейчас вот костер погорит, наверное, когда буду готовить. Взял, кстати, с собой газ. Ну, думаю, что газ? На газу нужно готовить дома. А так, если есть возможность, то лучше это все на костре. На костре пища всегда вкуснее. О, так. Что приготовить? Вкусные сочные крылышки на костре. Нам для этого понадобится, естественно, сами куриные
крылья. Но я взял с килограмм где-то. Потом свежая морковка. В моем случае это замороженная. Тертая уже, кстати, на терке. Потом зубчик чеснока. Подсолнечное масло. Приправ взял несколько. Тут у меня петрушка и сельдерей. Ну и, естественно, сметана. Она у меня в мешочке. Ну и так для вкуса взял 3 штуки свежей картофелины. Вот сейчас буду все это приготавливать. Закончились дрова у меня. Сейчас надо сушину сбросить. Вот этой хватит. Да. Переломало как все ветром. Крылышки жарятся. Сейчас дольем чуть-чуть маслица. Сейчас пока жарится, почищу пару картофелин и покрошим картошку. Сейчас быстренько почистим. Дома ничего не стал предварительно чистить. Думаю, готовить так лучше в лесу все сразу. Почистил, нарезал картошку. Вот так, сейчас будем спускать. Вот. Много не стал чистить, так как жаровня у меня маленькая. Крылышки уже более-менее до золотистого цвета поджарились. Сейчас, чтобы картошечка быстро изготовилась. Ну и все это дело сметаной зальем морковки. В принципе, можно уже морковку покрошить. Вот так вот оно. Все это дело жарится. Сейчас покрошим. Ой, глаза щипят. Сейчас покрошим чуть-чуть морковки. Люблю с морковкой. Много не будем вот так чуть-чуть. Пусть все это запечется. Все это дело вот так на медленном огне тушится. Сейчас маленько посолим, щепотки две соли кинем, потом перемешаем. Вот так, ну можно еще одну щепотку. О, ребята, вкусно пахнет. Сейчас, в общем, взял один зубчик чеснока. С чесноком вкуснее будет. Ну, кому как, кто любит, можете добавлять. А кто не любит, можно добавить лука заместо чеснока.
Я хочу, чтобы ароматнее было. Ну, вот так вот мелко. Накрашиваем. Как можно мельче, чтобы это все стушилось и было вкусно. Но уже прям аромат идет, ух, уже слюнки текут. Вот так вот. Сейчас. Дым идет, наверное, не видно на камеру. Огонь убавил, снегом подсыпал маленько. А то сильно уж жарило. Пускай на слабом огне, сказать так, тушится. Погода, да, сегодня погода вообще прям радует. Примерно градусов минус. Минус 3, вот так вот, минус 5, где-то около того. Ну, в общем, вот так вот пусть. На медленном огне. Сейчас тушится. Пока тушится, сейчас добавлю сельдерей сушеный. И добавлю петрушки. Маленько. Самое главное не переборщить. Чуть-чуть. Для запаха, для вкуса. Вот. Сельдерея маленько. И примерно столько же петрушки. Сразу мусор, кстати, друзья, кто ходит в походы, никогда нельзя оставлять за собой мусор. Всегда мусор сжигайте. Потому что вы представляете, один пришел на пакости, другой на пакости. А в оконцовке потом ваши дети будут приходить уже не в лес, а в свинарник. Вот так вот. Ну вот, добавил петрушки. Сейчас опять все это дело перемешаем. Уже почти готово. И добавим сметаны. И можно кушать. Ну, наконец-то дошло дело и до сметаны. Вот, взял ее вот в таком пакетике. Сейчас это все дело сметанкой зальем. Еще потомится минут 5. И можно кушать. Мусор сразу в костер. Потихоньку перемешиваем. Вот, огонь медленный. Не горит ничего. Не пригорает у нас. Думаю, будет очень вкусно. Вот так вот. Ну вот, друзья, что у нас получилось в итоге. После 5 минут томления на костре наступает самый ответственный момент. Это момент трапезы. Всем приятного аппетита. Сейчас буду кушать. Очень вкусно. Так что попробуйте, экспериментируйте. Прям вообще божественный запах. И вот сижу на вот таком фоне озера. Солнышко припекает, рыбаки рыбачат. Вот. Не жизнь, а сказка. Выдвигаемся дальше.
замерз. Красота, ребят. Зимний лес. Правда, тяжело идти. Ноги проваливаются. Не знаю, сейчас вот должна снегоходка быть. Трасса снегоходная. Рыбу насадить. Будто поймал. Ну да. Ну может клюнуть что-нибудь. Ну вот сейчас так крупненького поймал. Вот так. Ну один. Один? Бывает так вот иногда. 3-4 там, больше. Мелкие. Да что-то он, то ли его мало, то ли не активно еще. Не активен, но скорее всего. А сколько за зиму было здесь? Много. Конечно, сколько рыбаков было. Да, рыбаков больше, чем рыбы, да? Я про щучек поймал. Щучек? Щуку запустили. А, ну я так слышал тоже. Ну, только еще у нас какой-то. Чурогайки. Мелкие. Мелко? Ну, еще. Года 2-3, может, там подрастут. Эти сетями не выловят. Ну да. В прошлом году мелкую щучку видел. Много. А здесь-то? Значит, уже удовлетворение произошло, щурята подрастут. Глубоко. Да, ну и что тут? Спросил. А, слоёный лёд, ну. Это где? Тут видишь, бурено. Несколько раз. Шоу пить охота. Думал закипить чуть чай. Пойду дальше. Да. Счастливо вам отрыбачить. Ну вот, друзья, попрощался с рыбаком, выпил чаю горячего, вскипятил на горелке. Ну и отправляюсь домой. Кстати, окунали камеру, вы увидите в видео. Смотрели, короче, рыбу.
Не, рыбы походу нет. Тоже сидит, меняет. Туда-сюда лунки. Рыба вообще не клюет. Ну, сейчас иду домой. Ладно, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был канал Сибирский Бродяга. До скорых встреч!